Этот спорткомплекс в урочище Медео в отрогах хребта Заилийский-Алатау с гордостью носит название «Фабрики рекордов», которая досталась ему от советского прошлого. Высокогорный каток Медео в 14 километрах от Алматы – одно из самых популярных мест для спорта и отдыха в Казахстане. История самого большого по площади – 10 500 квадратных метров. На планете катка в горах с искусственным покрытием на высоте 1691 метр началась в 1949 году, когда здесь появился каток с естественным льдом. В 1970 году его решили заменить спортивным комплексом с искусственным льдом, который открыли с помпой накануне 1973 года. В настоящее время Медео, как звучит название спортивного сооружения по-казахски, прошел через несколько серьезных реконструкций и ждет гостей круглый год. Вместимость льда – 2-3 тысячи человек, трибуны рассчитаны на 8500 мест. Зимой здесь катаются на коньках, летом – на роликах. Выше в горах расположен не менее популярный горнолыжный курорт Чимбулак, куда ведет современная канатная дорога, а с селезащитной плотины, которая возвышается прямо за Медео и куда поднимается лестница в 842 ступени, открывается живописный вид на все сооружения и окружающие горные ландшафты. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.